Всем привет, ребят! Ну что, многие из вас, к сожалению, не знают до сих пор, как участвовать в конкурсах на моем канале. У меня они идут еженедельно. Приз — это окник, независимо от сервера. АЭС, русский, там, любой сервер. Можете везде плюхи получить. Что для этого надо, я вам сейчас подробно расскажу, еще и покажу. Сейчас только мы немножко потрешуем на нашем нуба аккаунте. Я сегодня опять паролил созвездия, все никак не доролю то, что надо. Так, вроде все плюхи забрали, тут даже уже у нас забит инвентарь. Вот такие вот плюшечки я сегодня забрал. Вчера тоже, кстати, были довольно-таки неплохие плюхи, но я уже не снимал видос. Я вам давно с этого аккаунта видосы не снимаю. Потому что. Тут очень жирный аккаунт. Потом многие плохо спят. Так, окей. Поехали. Я этот видосик оставлю специально для вас на стартовой странице, чтобы новички, ну, кто новенький на моем канале, могли зайти и посмотреть, что надо делать. Ой, отлично, ремочка. Что тут у нас еще есть? Так, давайте пооткрываем эти сумочки. Три штучки, отлично. Четыре. Ну, пять. А фобус собрали или нет? Получается 120, 160, 150. Ну, 170. Практически собрали. Неплохо. Так, что у нас получается по рункам? Сейчас посмотрим. Так, эти сумочки тоже надо пооткрывать, чтобы не мешали, место не занимали. Здания у меня вроде все на максимум прокачаны. Поехали немножко. Пораставляем десяточки героев, которые у меня на дефе участвуют. Так, ворожай, я уже десятку вкачал. Так, зефир. Ну, зефира пока не особо охота трогать, этот талант. Так, землеройка. Пока буду тестировать второй вариант, тоже пока качать не буду. Блин, вот знаете, вот задумался, так, тут я вкачал десятку, задумался, кому реально качать десятки. Давайте здесь десятку вкачаем, пусть будет максимальный дамаг, мы потестируем. Такс. Овник. В принципе, овнику можно десятку вкачать. Но у меня есть девятка эмблема, я даже не знаю. Надо подумать, в общем. В принципе, с одной стороны, лучше такой вариант поставить. Короче, не знаю, видите, я пока раздумья, как надо будет потестировать некоторых героев. Да, тестировать. У меня несколько героев будут с максимальными прокачками. Так, тут тоже интересный вариант. Тут мы, в принципе, его на урон бессмысленно качать. Делаем тоже десятку. Так, дерево. Очень много героев, которых надо попрокачивать, потестировать. Тоже не хочется десятки просто так расставлять. Минотавра можно на десятку лапнуть, чтобы была максималочка. Так, тыковка у нас апнута. Что у нас еще такое интересное есть? Душика сделать неубиваемого. Давайте душика сделаем. Так, и того, что у нас осталось по... эмблемкам, сейчас посмотрим. Точнее, по рункам. 8 штук. Ну давайте пооткрываем сундучки.
с рифта. Может, оттуда вытащим. Нифига. Шансы точно такие же, как и в этом. Равны нулю просто. Все, с рифта у нас больше ничего, по-моему. Или есть, сейчас я посмотрю. А еще есть обычные. Нифига не упало. Короче, вот так вот, ребят. Надейтесь на удачу, называется. Точно так же, как и с лабиринтом. Такс. Что там еще у нас по плюхам интересного упало? Вроде больше ничего такого не было. Давайте уже эти пооткрываем, посмотрим. Ну, шансы на эмблемы, точнее на руны, равны нулю. Это нормальное явление. Понятно все. Такс. Не хватает нам две штучки. Ну-ка посмотрим, что тут. Не. Ну, они подешевели сегодня уже. Сколько у меня там? 580 пальцы. Так, а что у нас по акциям на сегодня? Может, здесь что-то поменяли? Здесь те же награды, ничего не поменяли. Камешки падают. Неплохо. Стирачка. Что это было за ноль? Это как? Это как понять ноль? За приколы опять. Нравятся мне такие акции. Половина, кстати, наград не приходит. Так, отлично. Лаба, Мазерс, Драгон. Так, бонусы посмотрим сейчас. В общем, что надо вам для конкурса? Быть подписанным на канал. Я уже это показывал не один раз. У вас должна быть подписка на мой канал. И она должна быть открыта. То есть, если вы заходите, допустим, можете зайти с гостевого аккаунта, с другого аккаунта какого-то на свой аккаунт и посмотреть, открыта у вас подписка или нет. И открыты должны быть видосы, которые вам понравились. То есть вы должны изначально это сделать. Это одно из основных условий, потому что многие делают все правильно, потом, когда доходит уже конкретно выиграл, все, смотрю, блин, а просто либо одно скрыто, либо другое скрыто. То есть обязательно, ребят, обязательно у вас должны быть открыты, на кого вы подписаны, подписки и открыты плейлисты видео, которые вам понравились. Если вы заходите на видос, у меня видосы выходят там за неделю нормальное количество, у вас должно быть как минимум 15 видео репостнутых, то есть вы ставите лайк, делаете репост, соответственно, когда вы поставили лайк, у вас видос появился в плейлисте, видосов, которые вам понравились. Если вы сделали репост, он тоже автоматом там, по-моему, лайк ставится. Ну, лучше сделайте то и то. Вы должны написать под видосом коммент. Там можете что хотите писать и ID-шку, как с вами связаться и куда вы делали репост. Почему? Потому что многие либо не пишут ID, либо спамят. Никогда не спамьте 10-20 видосов за один раз за день, потому что YouTube это просто блочит. Он это смотрит как спам. Частично я со спама вытаскиваю. Некоторых он просто блокирует, они не могут писать. И аккаунты уже у ребят блокировали. Поэтому там 1-2 дня репостнули там пару видосов, потом следующие. Как минимум у вас должно быть 15. Чем больше видосов, тем выше шанс, потому что будут участвовать видосы за неделю, там, допустим, 30 штук. Я выберу рандом на любой видос по циферке, и, соответственно, под ним, кто оставил свои комменты, выполнил условия, тот победил. Многие типа, вот это много, 15 видосов это нормально, чем больше видосов просто, тем больше у вас шанс. А некоторые ребята по 2-3 раза уже выигрывали, поэтому как бы ничего сложного нет.
То есть самое основное, у вас должны быть открыты подписки, лайк, репост видоса, куда вы его скинули, и написать вы должны коммент. В комменте вы должны указать вашу айдишку, как с вами связаться, и куда вы там делали репост. Facebook, социальные сети, короче, ВК, ссылки на мою страничку на ВК, я стараюсь в ВК репостить, и телеграм-канал мой есть на шапке канала моего, то есть и в описании под видосами есть, как посмотреть. То есть я делаю репост в телеграм-канал свой, репост у меня сейчас будет и Facebook, Instagram, ну Instagram это другая тема. В общем, подписывайтесь. Ну, телега, либо ВК, вы там можете тоже посмотреть. Если YouTube бывает, бараклит не присылает, ну, я всегда кидаю свою телегу, поэтому там всегда новые видосы выходят, и сразу репощу их туда, поэтому вот так вот. То есть я вам рассказал, для того, чтобы проверить, открыты у вас подписки или нет, заходите в настройки, подписки открыты, плейлисты, видео, которые понравились, открытый доступ. Заходите там, допустим, с другого аккаунта и смотрите, вот это есть, то есть все нормально, все будет. И можете там раз-два дня, там в день, каждый день, как вы хотите, когда есть это дело двух секунд. Написали коммент, как с вами связаться под видосом, и оставили свою айдишку. Все. Конкурс проходит каждый там понедельник, вторник, либо среда за предыдущую неделю. Каким образом я вот на выходных 3 отдал, многие, каким образом, какие конкурсы. Следующий, потом мы вчера на стриме разыграли, следующий понедельник будет следующий. Вот таким вот образом. Помимо этого есть куча разных других конкурсов еще, но это все надо следить за каналом. Я вам рассказываю про самый элементарный, который идет каждую неделю, называется еженеделька. То есть приз пак с огником, независимо от того, там iOS, Android, какой сервер у вас, то есть без разницы. Выполняете условия, получаете плюхи, не выполняете условия, ну обижайтесь сами на себя. Я уже 1000 раз повторял, показывал, рассказывал, но, к сожалению, не ко всем сразу доходит. В общем, вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока. Knowledge of provenance.